зеленое дерби, поэтому, я думаю, настрой очень хороший, и мало что нужно говорить. Поэтому каждый все понимает в команде, и болельщики, и тренера все знают, и мы будем все добиться. Как раз к нам присоединился Алексей Кручинин. Вот что он скажет про зеленое дерби, про настрой? Я скажу, я крут, я крутой. Прекрасно. Готовы к тому, что будет много жесткой борьбы у бортов на пятаке. Соперник непростой. Зеленые дыры по-другому не проходят, поэтому к этому всегда готовы. И неважно, сегодня это Акбарс или какая-то другая команда. Прошлую игру удалось отыграть на ноль. Что-то сделали в обороне. Как они реализовали это дело? Нет. Мы играли, я думаю, так же. У нас были моменты плохие в обороне, но Юха подключил в каких-то моментах. Мы разобрали эти моменты сегодня, поэтому стараемся без них сегодня быть здесь.